Десерт – идеальное завершение любого праздничного застолья, но после всего съеденного хочется чего-то легкого. Приготовим необычайно вкусный, освежающий и диетический десерт, побалуйте своих гостей. Без десерта не обходится ни один праздник, даже взрослые не прочь полакомиться сладким. Но что же делать, если вы и ваши гости соблюдаете диету? Приготовьте диетический десерт, манговый сорбет, он порадует не только взрослых, но и детишек. Сорбет невероятно ароматный, яркий и очень вкусный, к тому же, он совсем без сахара. Я рассказал вам, как приготовить диетический десерт на праздник, лакомьтесь без вреда для фигуры. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Чистим манго от кожуры, удаляем косточки, мякоть нарезаем небольшими кусочками. Перекладываем кусочки манго в блендер, добавляем сок лимона и алоэ вера, взбиваем все до однородной массы. Перекладываем содержимое блендера в один большой или несколько маленьких контейнеров и отправляем в морозилку на 4-5 часов. Каждые полчаса сорбет необходимо перемешивать вилкой, затем готовый десерт раскладываем в порционные пиалы и подаем гостям. Вкусняшки, подписавшимся. Вкуснее тем, кто подпишется. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Манго 1 кг, спелые, лимонный сок 4 столовые ложки, сок алоэ вера 250 мл, количество порций 7-8. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Пусть вам сегодня повезет.